Около 30 паломников из Нагорного Карабаха в сопровождении российских миротворцев посетили христианский монастырь Амарас. В результате достигнутых договоренностей монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников, которых сопроводили из города Ханкенди в христианский монастырь Амарас и обратно. В раннем Средневековье монастырь Амарас был резиденцией католикоса Албанской церкви.